Белые банты, яркие букеты, красочные шарики. Праздничное настроение у всех. Долгожданная встреча с одноклассниками и учителями состоялась. Все подросли, все соскучились, все пришли обниматься. Вообще, это здорово. Это 1 сентября. Татьяне запомнится надолго. Сегодня она проведет свой первый в жизни урок. С учениками педагог уже познакомилась. Класс дружный и сплоченный. Я только устроилась в эту школу сейчас. И это мой первый класс. Настрой положительный на работу, рвение есть. Это главное. Торжественная линейка началась с традиционных поздравлений. Успехов в новом учебном году и достижений всех поставленных целей пожелали ребятам заслуженный тренер России Андрей Шишин и его ученик, призер Олимпийских игр Евгений Рылов. Слова поздравления от главы района передал ученикам начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района Моисей Шамаилов. Смотрите, какие замечательные дети, какие родители, сколько радости, сколько энергии, сколько у них в глазах вот интереса, любопытства. И я думаю, что вот эта любознательность, она обязательно даст свои плоды. В новом учебном году школа номер 10 принимает рекордное количество учеников – почти 2000. Из них 400 учащихся придут сюда на обучение из 11 школы. Общее количество первоклассников составит 384 человека. 9 параллелей у 10 школы и 4 первых класса у 11. Нами подготовлены кабинеты, оборудованы партами, готовы учебники, так что принимаем 2 школы. В этом году День знаний проходил под девизом «Россия, устремленная в будущее». Именно этой теме и посвятили первый школьный урок. Я очень ждала этого дня, когда я встречусь со своими одноклассниками. Я очень скучала по школе. Я так рада, потому что хочу учиться и хочу быть отличницей, чтобы у меня по всем предметам были одни 5. Впереди целый учебный год, а значит много интересных и познавательных уроков, на которых школьники будут получать новые знания. Ирина Бокова, Михаил Решетов, Елена Кошелева. Видное ТВ.